Всем привет! Сегодня я вам покажу стейкхаус El Primo в отеле Selectum Luxury. Вот такой вид нас встречает на входе. На этом я переключаюсь. Так, мы идем в а-ля-карт отеля Selectum Luxury Resort. Вот так вот выглядит интерьер, когда ты подходишь к этому а-ля-карту. А-ля-карт называется El Primo Steakhouse. Здесь так вот оформлен интерьер. А здесь мы видим выдержанное мясо, ферментированное. Вот так его выдерживают, крутят в холодильнике на такой карусели. Вот такие огромные рибай стейки. Вот это, допустим, стейк от 3 мая 2019 года. Все мясо выдержанное, ферментированное. Проходим дальше. Здесь мы попадаем в зал. Все очень стильно и красиво сделано. Такой огромный диван. Мягкий. Деревья. Всем привет! Состаренные зеркала. Идем дальше. Добрый вечер. Продолжаем знакомство. Дальше закрытый зал. Также все очень стильно, красиво оформлено. Такое вот дерево. Отшлифованный ствол. Стол из дерева. Стиль присутствует во всем. Малый стол также. Это даже два малых стола из дерева. Очень стильно все сделано. Здесь стоит метрдотель, которому вы показываете приглашение. Вот так вот выглядит приглашение, которое вам выдают в номер отеля, если вы закажете. Ну и проходим непосредственно на террасу. Вот так вот выглядит терраса. Такая база. Растения. Подождите, еще просто подумайте. Здесь у нас вот так вот все это выглядит. Все очень стильно и красиво. С нашего стола открывается вид прямо на море. Бассейн, море. Итак, мы заказали стейки и ждем. Нам уже принесли закусочку. Ждем, когда принесут стейки. Итак, нам принесли Нью-Йорк стейк, бифштекс на кости и лукум стейк. Будем кушать, пробовать все. Я нахожусь на верхней точке аквапарка отеля Selectum Luxury Resort. И сейчас покажу вам виды, которые открываются с этой верхней точки. Виды изумительные, сразу вам скажу. Прекрасно все. Это уже другие отели. Здесь с верхней точки открыты три горки. Ходят спасатели. Вот. Да, здесь. Да. Там гольф-поля.
вход желающие уже катиться. Спасатель помогает, контролирует. Пошел. Вот такие шикарные виды здесь. Горы, гольф-поля. Это отель Суэна Гольф. Этот прямо, который отель сейчас Калиста. И вот наш замечательный Селектум Лакшери Резорт. И вот эта вся зеленая территория, это территория нашего отеля. Кстати, вот забор, который вы видите, где там различные фотографии на заборе. За этим забором будет выстроен новые корпуса отеля Селектум. Обещают с лета открыть его. Я думаю, с лета, может быть, и не получится, но, по крайней мере, в новом сезоне или с осени к зиме, я думаю, точно уже откроют. Кстати, этой зимой отель будет работать. Отель переходит на круглогодичный режим работы. И это очень здорово. Нам Селектум очень понравился своим сервисом, своей ценой, своими номерами, своим ассортиментом меню блюд. Все очень здорово. Вот, показываю вам аквапарки. Ну и все. На этом, я думаю, нужно нам попрощаться. Всем пока. Bye.